5 человек погибли и 2 десятка получили травмы в результате ДТП в Сербии. Там перевернулся автобус с туристами. Они возвращались с греческого острова Корфу, когда автобус на скорости слетел с трассы. Известно, что в салоне было 29 пассажиров. Это граждане Словакии, Венгрии и Чехии. Сейчас на месте аварии работают специалисты, которые пытаются выяснить причины инцидента.